Работу в белорусском ресторане французский официант хотел получить настолько сильно, что готов был ради достижения своей цели преодолеть не одну тысячу километров. По территории Евросоюза молодой человек передвигался автостопом, а из польского Тересполя пешком решил продолжить путь в Брест. О существовании границы и необходимости ее прохождения по определенным правилам официант уверяет, что не знал и был искренне удивлен, когда его задержали. Когда я пересекал границу, я не знал, что нарушаю закон. Думал, что Беларусь – это также страна из Европейского Союза, а значит и виза при переходе мне не понадобится. Цель, ради которой молодой человек преодолел тысячи километров, можно было бы назвать похвальной, ведь желание работать – это хорошо, но способ он выбрал незаконный, и потому в ближайшее время форму официанта ему надеть не придется. И, скорее всего, работу ему придется искать на своей французской родине. В отношении гражданина Франции составлен протокол об административном правонарушении по статье 23.29 за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде предупреждения с депортацией либо штраф до 50 базовых величин с депортацией либо без нее. Нарушители границы со стороны ЕС – не редкость. Каждый десятый из задержанных – гость из Евросоюза. И чаще всего искренне недоумевающий, почему его задержали и с каких пор между нашими государствами существует граница.